Добрый вечер! Рада вас приветствовать в программе «Однажды в городе Ветров» в ресторане «Руби 360». И сегодня у меня в гостях очень красивая женщина, заслуженная артистка Азербайджана Мелек Аббаззаде. Мелек ханум, здравствуйте! Я очень рада вас видеть, смотреть на вас удовольствие. Даже несмотря, говорят, женщины не должны друг другу делать комплименты. Но в данном случае это особость. Спасибо большое. А вы женщина, которая победила в конкурсе красоты 92-го года в Азербайджане и представляла Азербайджан на международном конкурсе красоты. Я начала с 92-го года, потому что на эти же годы пришлась и моя молодость, и это было довольно сложное время. Как в тот период, в том Баку, вы все-таки решились на участие в конкурсе красоты? Во-первых, спасибо за приятные слова, с которых было начато. Это вообще получается комплименты от женщины. Ну вот это, наверное, все женщины меня поддержали бы раз, ну как минимум в 5 приятнее, чем комплимент от мужчины, потому что ты знаешь, что это совершенно искренне, и за этим ничего не стоит. Согласна. Что касается конкурса... Вы знаете, я не решилась в нем участвовать, и это не было как бы мое решение, это совершенно спонтанно, вот я очень часто про это говорю, что я вообще в жизни, по большому счету, ну, может быть, пару планов каких-то строила. Все остальное как-то в жизни, вот сама жизнь, она вот выводила меня на какие-то обстоятельства, я просто всегда была открыта к тому, что предлагает жизнь. То есть есть люди, которые очень четко понимают, и они отсеивают все, что как бы им не подходит. А я, может быть, в силу творческой натуры, вот этот момент того, что ну, посмотрим, что за этим следует. Ну, попробуй. Возможно, сейчас как бы какой-то вот знак свыше, что пойди по этой тропинке, посмотри, что случится. Потому что, в принципе, все, что касается конкурсов, модельных бизнесов, это все, вернее, как бы модельной профессии, профессии там фотомодели-модели, это все, как правило, бывает, когда ты уже ты начинаешь с этого, а да. потом ты как бы выбираешь более серьезную профессию, актерскую. Да. Потому что большинство звезд – это те, которые когда-то были моделями, когда-то, в общем, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, там, кто-то на страницах журнала, кто-то на подиуме. А у меня получилось прямо наоборот. То есть, когда ты уже получила образование профессиональной да. актрисы, и когда, тем более, такое серьезное, как Союзный государственный институт кинематографии, мечта как бы всех в период Конечно. Советского Союза. И когда ты уже играешь на сцене и вдруг получаешь предложение на конкурс, совершенно неожиданно, как было в моем случае, и потом уже все вытекающие отсюда обстоятельства, включая как бы модельные, это как бы наоборот вот, нестандартный путь, да? Но я этот нестандартный путь приняла, и вот когда я скажу, как это было, я играла на сцене, я уже была 1,5 года как в театре, играла я в спектакле «Лето и дым» Розу Гонзалес по пьесе Тенниса Уильямса. И каким-то чудом в зале был министр, был с гостями, был с гостем из Турка, который хотел для меня до сих пор загадка. Я вот все думаю, почему же я тогда не задала вопрос, а что же он делал в русском театре, как бы гость из Турции, который не понимает. Не знаю, может быть, они пришли с какой-то конкретной целью тоже смотреть на актрис молодых. И вот после спектакля ко мне пришли в гримерку и сказали, что вот мы вас увидели на сцене, мы хотим вас пригласить на конкурс красоты. Я сказала, вы уверены, как бы по той причине, что, оказывается, уже первый тур конкурса даже прошел. Я сказала, насколько это вообще правильно, потому я занята. Ну, приходите, вот это как бы мы решаем этот вопрос. Ну, вот так я пришла на этот конкурс в Баку. Тогда не было таких помпезных конкурсов, Абсолютно. Как сейчас. Вообще время было очень сложное. Очень Сомнения сложное. Вас не мучили? Как отнесется вот. К этому общество? Знакомые, друзья, как у нас любят гонши, как у нас говорят. Не было вот этих сомнений?
Вы знаете, у меня этих сомнений не было, когда я уже выбрала путь актрисы. Угу. Потому что вы же помните, что и по сей день, как бы сказать, что актриса приветствуется в каждой азербайджанской семье, далеко нет. Точно так же, как телевизионные ведущие, тележурналисты и так далее. Это все очень знакомо, да. Абсолютно точно. Поэтому, когда я уже тогда выбрала этот путь, я была готова к тому, что, ну да, это не очень приветствуется. Но если я чувствую, что это мое, то я это буду делать на таком, как бы, скажем, достойном уровне, что все равно вот я буду исключением тех стереотипов, которые, к сожалению, в нашем обществе приклеивают к актрисам, к моделям. Что абсолютно неправильно, потому что каждый человек – это личность, и можно быть в этой профессии, и при этом ваши дыки, как говорят у нас, пройти достойно, чтобы никогда никто не смог сказать что-то в твой адрес. И наоборот, можно быть, я не знаю, врачом, учителем. Абсолютно согласна. Мне кажется, что сейчас общество начало меняться, и потихонечку идут вот эти хорошие реформы в нашей ментальности в этом смысле. Поэтому не испугалась, нет, приняла это. И вот если бы не приняла, может быть, не появилась бы в моей жизни модельной карьеры, которая вот так на серьезный период в мою жизнь вошла, почти даже больше 10 лет, около 12 лет это было параллельно. А вот в детстве мечта все-таки была какая? Кем хотели быть? Всегда актрисой? Нет. В детстве я мечтала быть балериной классического балета. А что помешало? Очень банальная причина – плоскостопие. А-а-а. То есть, если бы не это, мама меня повела в хореографическое училище, и тогда была, по-моему, покойная Гомер Ханумова. А, еще была жива. Да, еще была жива. Да, это вот было уже как бы… Она уже была в возрасте совсем. Она посмотрела, сказала, что замечательная девочка, там, руки, ноги, это все. Хотя, опять-таки, очень большой рост в балете не приветствуется. Да. Но, несмотря на это, она говорила, что девочка все очень хорошая, но от того, что есть плоскостопие, то, что другие будут тратить на это 2 часа, ей придется работать по 6 часов. Mm-hmm. И ребенку будет тяжело. И, в общем, мама мне это объяснила. Я помню, что я это тогда поняла. Я подумала, что, ну, значит, раз это вот так, значит, есть какой-то другой, ну, однозначно сцена. Ну, не балерина, значит... Хотя я вам скажу, что я все равно продолжила, я поступила в хореографическое училище, в народное отделение, чуть позже, но поступила только вот для грации, для осанки, потому что мне это нравилось, но никогда я не хотела быть танцовщицей. То есть, может быть, если бы сейчас был бы модерн балет, как появился спустя многие годы, наверное, да, вот, пожалуй, я бы, наверное, осталась бы в танце. Но вот как бы просто национальные танцы, мне это нравилось, но как вот по жизни на профессию, я как бы знала, что я не продолжу. Я как бы закончу училище. Это будет копилка для того, чтобы, опять-таки, пластика, это все нам не мешает. Да? Это дополнительный навык для любой актрисы, танцевать, петь. Но потом поняла, что буду актрисой. Раз уж мы заговорили о детстве, в каком районе Баку вы выросли? Каким было ваше детство? Я выросла на Первомайской. Mm-hmm. Это на, ну, для тех, кто не знает, это на квартал выше кинотеатра Низами. Там была квартира дедушки. Я где-то до 9 класса прожила там. Потом так получилось, что по решению правительства должны были сделать филиал института. И вот нам всем жителям, у нас была очень большая квартира на 180 квадратов, по тем временам это была достаточно большая квартира. Да, по тем временам очень большая. Большой веранда. И вы помните эти азербайджанские, когда ты выходишь на крышу, плюс еще крыша? Да, вот, конечно. Это дополнительная веранда. Да, да. В общем, такой, до сих пор у меня в памяти этот дом такой, он какой-то весь воздушный, потому что вот эта стеклянная веранда, ты выходишь, это неограниченное пространство. В общем, мы переехали уже на Азадлых по тем временам. Это было, ну, я не знаю. Это было очень далеко. Это было страшно. Да. Мама моя работала долгие годы художественным редактором журнала «Азербайджан Гаданы». Вы помните, тогда был вот единственный такой очень известный журнал. Кстати, тоже... с очень большим тиражом, даже по нынешним временам. Да, да, да. И он тоже первое время, если я не ошибаюсь, или тогда она еще была до этого на первой работе, «Астак» у нее, по-моему, был. Тоже все было на пятачке «Азнефти». Mm-hmm. То есть... Все было близко. Садик у меня был прямо Азневский садик. Потом была 6-я школа там же.
То есть я хоть и переехала туда, но все равно, поскольку все начиналось здесь, и, ну, параллельно, правда, дом дедушки, он был где пожарка, с маминой стороны уже, это прямо за Исаре-Плазой. Знаю, я там выросла. Да, Карганова, Петрамонтина, улица Петрамонтина, Карганова. Вот, и поэтому все равно я как бы у той бабушки была, поэтому все равно для меня вот Баку, вот и все те мои воспоминания, хоть мы и там жили, но все равно все было здесь. И школу мама сказала, может, поменяем? Я сказала, ни в коем случае. Мы с садика все перешли туда, наш класс, то есть до сих пор у нас класс, который очень интересный класс, многие из них это как бы вот такие знаковые личности, которые сейчас каждый в своей профессии. До сих пор общаетесь? Мы до сих пор общаемся, мы очень дружные. И вот так... Вот так и получилось, что вот Баку для меня все равно, вот, как бы, вот мое детство все ассоциируется с этим периодом. Хотя, как бы, скажем так, с 10 лет я уже переехала чуть подальше. Самое первое, самое яркое воспоминание, связанное с Баку. С каким местом оно связано? Вы знаете, опять повторюсь, потому что это бульвар. Бульвар, все-таки. До садика я помню вот эти свои детские... У меня до сих пор даже... остались, ну, поскольку как бы детство, мама работала в журнале, у нас не только мои, а вот всего нашего, всей нашей группы в садике, есть даже фотография в этом журнале «Азербайджан Гадны», и мы все на бульваре, на этих скамейках, вся наша группа. И вот тот период такой какой-то, он, знаете, я понимаю, что детство для всех, оно невероятное, да, это понятно. Да, конечно. Но как бы те годы в Баку, особенно, они были, ну, просто сказочные, да, это 70-е года, это как бы сказочные, потому что как будто жизнь была, она была такая какая-то... Легкая. Безоблачная, да. Такая какая-то, как в сказке просто. И поэтому вот самое яркое впечатление – это бульвар, это на Малаканке садик, наша фонтанка с этими, потому что вот от бабушки мы там постоянно гуляли. И вот это, наверное, красота нашего города, потому что он же был очень гармоничный, он же был очень какой-то такой сутканный, вот как какие-то на самом деле восточные миниатюры для меня. Вы какой-то период жили в Турции, работали в Турции. Вот если сравнивать два города, есть в них что-то общее? И иногда ведь сравнивают. Нет, я бы их не сравнивала. Они совсем разные. Совсем. Для меня они совсем разные. Чем каждый из них вам дорог? Чем вам дорог Стамбул и чем вам дорог Баку? Вы знаете, Баку дорог, конечно, тем, что это родной город. Как бы любимый Баку, ничего нет и быть не может. Они масштабно разные, так скажем. Mm-hmm. Баку камерный, и он гораздо мягче, конечно. Мягче, он махровый, вот как будто бы какой-то махровый плед, вот если так ассоциировать. В который хочется укутаться. В который хочется укутаться, да. И он прекрасен своей камерностью. Правда, сейчас он уже вырос, он уже не такой камерный, он уже, и на самом деле, вот все говорят, открытый старый Баку. Открытый миру. Да, сейчас многие говорят, вот прежний Баку. Вы знаете, надо всегда смотреть вперед, и будущее, конечно, за изменениями, всегда. И их надо принимать с любовью, с благодарностью. Да. Стамбул, он огромный, он масштабный, он там большие пространства, там невероятная красота, когда ты смотришь на этот Босфор, там... Атмосфера древности, которая это ощущается, все эманирует, все вот вибрирует этой древностью, этой энергией, этой тайной вот этих времени. И вот эта красота, вот эти две вещи, сочетание этих двух вещей, оно невероятное. У меня же как получилось, что я получила предложение после конкурса, я участвовала в двух конкурсах. На одном из них я... получила номинацию на «Мисс Мира» 92-го года. Я получила номинацию «Мисс Грация и изящество». И после номинации, это как бы три места, а потом были еще две номинации. И я получила предложение по контракту работать с моделью. И вы знаете, в тот период, на самом деле, в Баку все уже, как бы, система бывшего Советского Союза нету. Да.
все разрушилось, как бы. Мы пришли в один театр, а столкнулись с тем, что вот как бы время перемен. Это был театр юного зрителя. Нет, да, мы пришли в театр юного зрителя. Да. Ну как хорошо все знаете. Какая вы молодец. Я обязана. Да. То есть это такие тонкости, которые, мне казалось, ну, знает разве что только наш курс, и там 2-3 человека. Да, мы пришли в театр юного зрителя. Потом получилось так, что в силу обстоятельств мы перешли гуськом все. И, пожалуй, самая первая, если я не ошибаюсь, пионерка была я. Я пошла в русскую драму, потом гуськом за мной еще несколько артистов. Кто-то ушел в театр Юг. Как-то у нас не сложилось в театре юного зрителя. Хотя, вы знаете, я сейчас думаю о том, что будь мы тогда мудрее, мы как курс, потому что тогда Джангир Зейналов, Новрузов, вернее, он собрал, он приезжал к нам в Авгик, и нас как курс решил взять целиком в театр юного зрителя. Да. И я сейчас понимаю, что для нас это был невероятный шанс. Мы просто в силу молодости этого не оценили. Нам с нашей школой, это была Баталовская школа. Конечно. Это была очень серьезная школа. И если бы мы держались вместе, может быть, мы смогли бы создать какой-то, вот, вопреки всему, что переворот, ну, переворот говорю, смена системы, все как бы не самое лучшее время, тяжелое. Мы бы все равно на фоне этого, это был бы какой-то новый, я не знаю, ренессанс, может быть, вот если бы мы как курс остались бы вместе. А мы все поделились, разделились. И это была ошибка с точки зрения курса. И вот через полтора года получилось, что я вот попала на этот конкурс красоты, там получила предложение. И вы знаете, когда мне предложили работать по контракту с агентом, там в Стамбуле было 3 очень серьезных агентства. Одно из них, там Башак Гюрсой, Гай Сюкмен и Денис Туней были по тем временам. И я просто подумала, что... Ну вот я решила, что, наверное, в силу того, что... Почему бы не попробовать? Да. Потому что не самое лучшее время было в театре, если честно. И театру нужно было выживать, театру нужно было делать какие-то постановки, которые для того, чтобы удержать зрителя. Была какая-то такая система немножечко, вы молодые. Сейчас молодым очень легко, вы знаете. Они приходят и через какое-то время сразу играют. То есть им сразу дают порой через год-два главные роли, да. А ну, в ваше ничего, время так не было? В наше время было сложно. Мы, вы знаете, были на подтанцовках даже первый год с нашей, как бы, в гиковской школой. Мы были на подтанцовках, потому что было все вот так, как бы, надо отработать свое время и, как бы, потихонечку, вот как в армии, скажем так. Приходилось играть задние ноги лошади, дерево. Даже это, да. Вот представьте, что вот... И в силу того, что я помню, что я там подала заявку на какую-то очень серьезную роль, ну очень, как бы. И мне сказали, что надо дорасти. Вторым составом. Мне сказали, как бы вторым составом пока вот как бы нельзя. Я помню, что меня это очень обидело. И это как раз было перед этим конкурсом. И когда я получила это предложение, я подумала, ну раз вот вы мне не даете пока играть, еще надо, я пока здесь вот посмотрю. Что мне дарит судьба. И вот так, я, честно говоря, думала на год, потому что контракт был на год. Но так получилось, что я прошла одного из ведущих хореографов Бельгия Туссос, ее курсы, и попала в такой вот топ-моделей, которые работали на всех очень серьезных показах мод. И от того, что это было, мне повезло, я попала как бы вот в эту кучку. Я не смогла от этого оторваться так быстро. И я, в общем, как бы почти 6 лет, ну да, 5, скажем так, еще год был другого бизнеса. В общем, 5 лет я очень активно проработала моделью с двумя из трех самых серьезных агентств. И потом даже поработала в театре. Даже получила предложение поработать в театре. И вот там я почувствовала, что театр, конечно, не тот. То есть это не тот уровень театра, к которому я привыкла. Да. И поэтому тогда было первое разочарование. Я поняла, что как бы модель-то это хорошо, это интересно, но этого мало, потому что ты, когда ты можешь... То есть когда твои средства выражения их гораздо больше, чем просто
окей, ты можешь выразительно пойти, тебе скажут, вау, какая модель, как бы, ну, а дальше как бы. Вот, это тогда было первое, когда я подумала, что нет, пожалуй, я, наверное, все-таки вернусь в Баку. То же самое у меня было после сериалов, когда вот тут на съемочной площадке тебе приносят текст и говорят, вот учи и играй. Как? А как же вживаться в образ? А как же готовиться, думать над этим? Как я же здесь вообще потеряю все, чему меня учили в Авгике, что живите с этим, спите с этим, просыпайтесь с этим, как бы, да, это должно стать... Это как бы должно стать частью тебя для того, чтобы ты была убедительна, органична, интересна. И вот я тогда сама, и от того сама отказавшись, решила, что я вернусь в Баку. Как-то в одном из интервью вы рассказывали о своих сыновьях. И вы говорили о том, что вы бы хотели, чтобы один из ваших мальчиков стал, если я не ошибаюсь, старший, стал режиссером. О том, что профессия актера, она тоже хорошая профессия, но актер зависит от режиссера в большей степени. А вот режиссер – это нечто абсолютно другое. Вот вы бы хотели, чтобы он выбрал себе профессию режиссера. А дальше я ничего на эту тему не нашла. Какую профессию он выбрал? По итогу он стал режиссером. Вы знаете, мой старший сын, он очень необычный мальчик, который... Наверное, сегодня он делает то, что мало кто делает. Он ищет себя, ищет достаточно долго. Но это хорошо. Да, наверное. Потому что, вы знаете, мы как родители все торопимся, чтобы когда они быстро встали на ноги. И он говорит, что я живу здесь и сейчас. Он живет вот... То есть он очень интересный, знаете, в чем? В том, что он не пытается остановиться на чем-то. Он находится до сих пор в поиске. Но при всем при этом он невероятно талантливый мальчик. То есть за что он берется, у него все... Он, допустим, в Америке, мы его очень рано отправили, в 15 лет, учиться. И он... У него достаточно большая была география, может быть, от того, что он рано увидел мир. Он и в Японии у нас жил, и в Америке, и в Англии, как-то так сложилось, везде он учился. И там он прошел конкурс в университете, и его выбрали на главную роль в пьесе Эдгара По. Название пьесы я не помню, но это практически моноспектакль, то есть там есть помогающие какие-то актеры, но они как бы очень там вот, на втором плане. Вся пьеса держится на нем, она достаточно сложная. И он настолько вжился в этот образ и так его хорошо сыграл, что вот как бы в одночасье стал звездой института. И как бы вот, и у меня даже есть фотографии, и вот кто смотрит, говорит, господи, ну ему в Голливуд надо. Но при этом он это не выбрал. Вот. И бизнес-администрацию, которую как бы он поехал учиться, он тоже бросил на середине. Потом он еще что-то поменял. В какой-то момент он... После всего этого сказал, что я ничего не хочу, я живу здесь и сейчас, и я вот пока вот занимаюсь этим очень простыми вещами. Зарабатывает он на деньги сам, режиссером он не стал, почти сам, скажем так. Мы ему как бы чуть-чуть помогаем, но в основном сам. И вот так как бы. Но мне почему-то кажется, что он придет к творчеству, потому что когда человек в таком поиске, это говорит о том, что он очень творческий и... Просто не может найти пока то, что больше всего его привлекает. Да, да. Один период он сказал, я буду заниматься граффити в Азербайджане. Этого вообще нету, знаете, да, когда разрисовываешь стены. Да, конечно. Я сказала, да, тебе это очень подойдет, потому что он сам весь такой тоже как бы в граффити в определенной степени. Но потом он сказал, что и не это. Ну, в общем, вот такой он интересный парень. Это к тому, что не стал он режиссером, но я надеюсь... Но актером попробовал, да. Во всяком случае, доказал, что если бы он это выбрал, то он был бы очень как бы интересен и успешен. Но я в это верю. Ну, пока вот... Вы знаете, молодое поколение, оно нынешнее, оно настолько свободолюбивое. Абсолютно. И бесстрашное. Абсолютно. Гарантии на завтрашний день они не ищут. Вот у нас была какая-то определенная, это будет, хотя я говорю, что у меня не было конкретных планов, но я четко знала, когда я поняла, что я не стану балериной, хоть я параллельно с шестой школой, я взяла эту неимоверную нагрузку. Шестая школа была очень сильная, вы знаете, она мощная, там было очень серьезное образование. Параллельно с этим я училась в хореографическом училище. Мама говорит, я тебя вообще дома не видела. Ты была первую половину дня в школе, потом в училище. Я приходила домой к 7-8 вечера после
основных, как бы, профессиональных занятий в училище, делала уроки, и при всей этой нагрузке я все равно понимала, что я не буду танцовщицей, я буду актрисой, и я четко знаю, что я буду только актрисой. И я даже говорила, что я поступлю в ВГИК. Мне все говорят: слушай, ВГИК — это же нереально, там такой конкурс. Я говорю: я поступлю в ВГИК, я не знаю как, я уеду. Мне просто повезло, что приехал Баталов. И это совпало, это тоже судьба позволила. Да. Она дала возможность. Я понимаю, что, значит, Бог счел нужным, и это все случилось так. Потому что я где-то за 3 года до этого говорила, что я поеду в ВГИК. Но я не говорила в ВГИК, я говорила, я поеду поступать в Москве. Либо Щука, либо Щепка. Либо... Получился в ВГИК, потому что сам приехал как бы. А нынешнее поколение, у них таких четких планов нету. Они как будто бы немножечко... Вот как на серфинге, вот они на этих волнах. Они живут, получая удовольствие от самой жизни. Не в погоне за целью, а получая удовольствие от самой жизни. Да, абсолютно верно. Наляй Ханум, а как же второй сын? Я помню, что вы говорили, что у него тоже была мечта стать поваром. А ему удалось? Да, да, да. Он до сих пор хочет стать поваром. Но знаете, я дала ему... Мы как бы с отцом дали ему выбор и сказали, что если... То есть, пожалуйста, есть эта возможность. Но, может быть, ты все-таки получишь какую-то еще одну профессию, а потом это сделаешь как хобби и как вторую профессию. Вот как бы как предложение. Он сел, подумал, сказал, что да, вот я как бы не совсем уверен, что я могу потом не пожалеть, поэтому, пожалуй, я... Он выбрал экономику. Как бы после этого мы с ним договорились, что он это объединит. И если продолжит... как бы осуществлять это желание, то потом можно будет это объединить, и получится такой повар, который откроет свои же рестораны, потому что он как бы хорошо знает законы экономики. И вот так будет это продвигать, если я правильно помню, азербайджанскую кухню. У него была мечта именно работать с азербайджанской кухней. Да, да, да. Ну вот посмотрим. То есть там же тоже есть элемент творчества в поварстве. Конечно, конечно. Поэтому как бы я вообще, мне кажется, что творческая профессия... Любая творческая профессия – это счастье, потому что ты постоянно находишься, ты творишь. Да. И это как бы шанс, чуть больше шансов быть счастливым. Но это моя как бы чисто такая. Пожелаем обоим вашим мальчикам удачи. Спасибо, благодарю вас. Наляй Ханум, не могу я этот вопрос как бы не задать, потому что вы с этого начали, и вот сейчас вы снова вернулись к актерству. Вы работали в театре, уехали, потом снова вернулись. Сейчас работаете в театре. Вы говорили о том, что в Турции был театр другой. А публика в Турции? Зрители в Турции. Давайте попробуем сравнить. Зрители в Баку в 90-х, когда вы только впервые выходили на помостки. Потом зрители в Турции. И зрители современные. Те, кто ходит в театр сейчас. В чем отличие? Вы знаете, ну вот опять-таки я-то могу сравнить со зрителями того периода, потому что зрителей в Турции я тоже, пожалуй, знаю того периода. Хотя сейчас, когда я еду, я обязательно посещаю театры. Я вам так скажу, у нас, конечно, очень чуткие и благодарные зрители, очень благодарные, это факт. То есть он очень любит актеров, и он очень... трепетно относится к тому, что видит, и реагирует. То есть он благодарный, потому что ты постоянно находишься с ним энергетически, вот в этом энергообмене, и он... Вы на сцене это чувствуете? Я на сцене это постоянно чувствую. То есть я вот прям чувствую, как он принимает, и он отдает свое тепло. В Турции это поменьше, конечно. У нас есть истоки театра, у нас еще есть тот зритель, которого с детства приучили ходить на детские сказки, и это другие люди. Новое поколение, оно, не знаю, мне сложно судить, потому что вот какое это поколение будет лет через 10-20, я не знаю. Молодые к нам в театр приходят. Они, может быть, чуть-чуть поспокойнее, они, наверное, ну, может быть, чуть-чуть циничнее, сказала бы так, чем их сложнее удивить. Чуть-чуть нет, они, во-первых, у них хороший вкус, потому что сейчас мы все, слава богу, ездят
бывают, видят хорошие постановки и видят, что происходит сейчас в мире. Сейчас все доступно сейчас. Да, и ты в интернете можешь все, посмотреть уже спектакли. Да, поэтому они, конечно, более избирательные, но все равно. То есть мне нравится наш зритель. Он очень отзывчивый и очень добрый, и благодарный. Вот эти как бы три. Они не судят артистов жестоко. Они любят артистов. Поэтому в этом смысле я очень люблю нашего зрителя. Там он похолодней. Он больше как бы... Ну вот, вот он не отдает столько тепла. Если бы сейчас у вас была бы возможность обратиться напрямую к зрителю, что бы вы ему сказали? К вашему зрителю, к тому, как конкретно приходят посмотреть на вас. Я бы конкретно на меня... Да. Я уверена, что у каждого хорошего актера, а вы да, очень хорошая актриса, безусловно, есть зрители, безусловно, которые его любят и приходят смотреть именно на своего актера. Что бы вы ему сказали? Во-первых, ходите в театр, пожалуйста, продолжайте ходить в театр. Цените театр, потому что мне кажется, что все будет меняться, а театр все равно останется. Может быть, сейчас говорят, что будут в кино скорые актеры не нужны будут, потому что уже все переходит на... Появились цифровые образы уже, да. Все может меняться, но театр никак не можно, невозможно заменить. Театр – это живое искусство. Спектакль каждый раз разный. Каждый раз. Потому что зритель каждый раз разный. Это единственное, мне кажется, будет островок, где нельзя человека ничем заменить, никаким искусственным интеллектом. Вот. И поэтому благодаря нашему зрителю, я думаю, театр будет всегда жить. Мелика, ну спасибо вам за это замечательное интервью, за ваши откровения. Это было действительно очень интересно. Ну и прежде чем попрощаться и с вами, и со зрителями, я хочу поздравить вас с наступающим днем рождения. И пожелать спасибо. Всего самого доброго, самого прекрасного, самого замечательного, ну и, конечно, творческих успехов. Спасибо большое, спасибо. У меня будет юбилей, не буду называть какой. Это будет такая достаточно важная дата. Спасибо вам большое, благодарю вас. Напомню, что гостью сегодняшней программы была заслуженная артистка Азербайджана Мелек Аббаззаде. И прежде чем попрощаться, я хочу поблагодарить ресторан «Руби 360» за гостеприимство и оставить вам номер телефона для связи 077-605-25-25. До встречи!